Было отмечено, что на самый крупный мегаполис страны напали почти 20 тысяч боевиков. По данным правоохранителей, уже задержано свыше 5 тысяч, а остальные могут скрываться среди мирного населения, считают эксперты. Поэтому обращение к союзникам из ОДКБ стало своевременным и логичным шагом. Это позволило высвободить часть ресурсов из числа казахстанских военных и направить их в Алматы, говорят политологи. Те вещи, которые были ранее, я согласен, многие из реформ, они не закончились никаким конкретным результатом. То есть, да, на бумаге.